Всем привет, с вами Нильф Горнет, игра Besiege, рубрика «На что способен мозг человеческий», и эта рубрика будет выходить раз в два или в три дня, потому что, ребят, это обусловлено тем, что построек их как бы вообще-то немного, да, вы присылаете тоже не такое великое количество их, чтобы прям делать каждый день об этой игре, поэтому будем вот так вот, будет больше построек, будут чаще, будет мало, буду разрыв серии большой делать, то есть постоянно будут по-разному, в принципе, выходить серии, так что, ребят, набирайте терпения. Поехали. И первая постройка, это у нас грузовой вертолет. Вот так вот он выглядит. Не скажу, чтоб идеально построен, но здесь есть интересные идеи в нем реализованы. Это, во-первых, постройка от Андрея Гусева. Об этом я забыл упомянуть с самого начала. И он уже присылал постройки, у него своя система поворота, как и на шасси, так сказать, то есть на каких-то машинах, так и на вертолетах он решил сделать свое управление, то есть поворачивается он наклоном винтов, то есть пистоны раскрываются и винт накореняется, также он влево, вперед-назад, также то же самое у него происходит. Давайте попробуем, но есть в нем недостатки. Когда мы его запускаем, в данном случае, сейчас мы настроим скорость, видите, его сразу несет вот в одну сторону. И чтобы вот это выровнять его, довольно-таки проблематично нужно. Я немножко еще изменил управление. Чуть-чуть управление изменил. Но сразу говорю, лично мне тут понравилась сама идея управления. Есть недочет, вот смотрите, допустим, в данном случае я вот поворачиваю, и видите, вот эта часть, она не соединена, она ходит здесь. Не знаю, почему она не соединена, балка ходит, сама балка кривится, когда запускаем транспорт, то есть, видите, тут все просто вот, накореняется жестоким образом, просто вот жесточайшим образом. Так, ну-ка. Странно, почему это отключилось, не работает. Вот смотрите, вот почему-то вот накореняет его и все. Странно, в одну сторону, видите, хорошо накореняет, в другую не очень. И здесь, в принципе, управляемость у этого вертолета вообще никакая. Потому что, не знаю почему, но Андрей Гусев решил не дорабатывать его до конца. Я пытался, у меня получилось, в принципе, выровнять, но я решил, что не буду я все-таки его переделывать. Так что, ребят, здесь только интересно, вот именно поворотный механизм, то есть поворачивается он именно от вот этого, блин, вот все, как не в ту сторону нажал один раз. Воу. Вот пытаемся задок-то выпрямить. Ну вот видите, почему-то его постоянно коренит. Я, конечно, могу с управлением очень, ну, косячить, так скажем, но все равно здесь очень интересная идея вот этого поворотного механизма. Мне она понравилась. Это что-то революционное, но ее нужно дорабатывать. Дорабатывать при том конкретно. Также Андрей Гусев нам прислал такой вот Харвестер, довольно-таки симпатично сделанный, на гусеничной основе, с передним управлением на той же основе поворотного механизма, то есть про пистоны. Но мне все-таки кажется, такие пистоны, они, знаете, для каких-то таких масштабных каких-то машин, то есть, знаете, какие-нибудь платформ для гаубиц или что-то в этом роде, которые медленно, знаете, тяжелые, такой массивный, что-то очень медленно передвигается. Как-то так вот мое представление, потому что у этого механизма маленький крен поворота. Либо его как-то нужно дорабатывать так, чтобы этот крен увеличивался. Ну, как-то вот так вот. Лично мое мнение. Поэтому здесь тоже стоит передняя часть. Вот здесь прям видно, что вот управление идет на этом повороте. И вот, собственно говоря, харвестерная часть довольно-таки симпатично смотрится. И управление тоже такое довольно элементарное. Все, расширяем гусеницы. Все, у нас гусеницы заработали. И все, и двинулись. Но, и мне кажется, тут, конечно, все равно гусеницы не несут основную часть, как бы, вот этого движения, да? Все-таки, мне кажется, большую часть движения ведут колеса, все-таки. Мое мнение такое.
То есть, ну вот, смотрите, вот максимум поворота. Ну, представляете, представляете, с какой долгой, вот, чтобы ему круг сделать, это какой огромный крюк должен быть. То есть здесь можно было более другое, вполне другое поворотный механизм поставить, даже вот благодаря этой трубе, так скажем, да? Все ходуном ходит вообще. Жестоко, конечно. То есть можно было благодаря этой трубе тут поставить довольно-таки серьезный механизм поворотный. Вполне можно было это сделать, при том на таких колесах можно, или даже на шестеренке большой можно было основательно поставить это все. Если мы ускорим весь ход. Ну, как видите, очень долго поворачивается, довольно-таки серьезно еще долго поворачивается. Сама постройка очень прикольная, и мне она понравилась, именно как вот человек проявил изобретательность, человек проявил даже вот эту вот как бы функциональность, он попытался сделать именно какой-то такой вот харвестерный автомобиль, который довольно-таки эффективен. То есть здесь, в принципе, вот этот вот момент резака мне очень понравился, его можно даже использовать в каких-нибудь машинах для убийства кучи народа, типа кровавого комбайна или что-нибудь в этом роде, поэтому... Очень прикольно, меня впечатлила даже именно сама идея. Следующую постройку прислал нам Тигран Шимохин, он уже присылал постройки, и это у нас такая своеобразная баллиста, он почему-то ее назвал катапульта, но я считаю, что это все-таки баллиста, потому что она выстреливает вот на таких вот пистонах стрелу, и давайте примеримся, мы может даже, кстати, посмотрим сейчас управление, как оно управляется. Так, и здесь я смотрю, сначала нам нужно будет отцепить, да, потом только выстрелить. Понятно все. А, сначала К нажать, потом... Так, что ли? А, нет, сначала У, потом... Потом К, вот так вот. У, потом К. Так, управление у нас у H. Поворотный механизм, понятно. И вверх-вниз. Так, давайте попробуем, может, с первого раза не получится... Посмотрим. Так. И посмотрим, что же у нас здесь. Так, нормальная такая поворотная система. Давайте ее развернем. Ох, как резко так. Немножечко повернем. Так. Приподнимем. Оп. Как серьезно она приподнимается. Блин, ну вот не люблю, когда так делают на при подъемах таких. То есть она вот... Рычаг мы этот сделали, он приподнялся. И вот болтается, и мы ждем, пока она остановится. Так, потом что там следующее? Отцепляем стрелу и пошла. Бабах! Бух! Отлично, отлично, мне понравилось. Очень хорошо. Выстрелило прям так нормально, я бы даже сказал. Скорее всего, мне кажется, вот здесь вот неправильно сделано. Вот эта вот часть, то есть она должна сразу выстреливать, мне кажется. Нет, нет. Мне кажется, она должна сразу разложенной быть. Нет. А, значит... И вот, к примеру, вот так вот давайте сделаем. То есть мы ее сразу нажмем, то есть она сразу будет поддерживать нашу вот эту основную часть. А уже сами двигаться мы можем вот так вот ее поднимать. И если мы опускаем ее, она хоп так... сжимает ее нормально. Вот так вот более прикольненько. И при этом при всем этот транспорт еще и поворачивает так довольно-таки успешно, потому что у нее передняя часть очень хорошо так поворачивает. Но на больших скоростях, конечно же, этого не получится, потому что поворот. Прикольно, прикольно. Мне нравится даже спереди такая прямо реально осадное орудие получилось. Очень симпатично смотрится. Еще одну катапульту нам прислал Тигран Шимохин. Это катапульта 2 под названием его. Довольно-таки симпатично смотрится. И управление тут тоже такое немножечко необычное, по крайней мере, на мой взгляд. То есть очень интересно сделан перезаряжающий момент. Конечно, сделано, на мой взгляд, можно было ее как бы, ну, поэстетично сделать. Тут, допустим, закрыть колеса, поставить шипы, там еще что-нибудь. Но, в принципе, это и не нужно. Здесь, да, мне кажется, показан механизм в большей степени. Управление у нас такое нормальное, то есть вполне мы можем поворачивать транспортом. Даже шустренько получается, я смотрю так. Повернулись. Единственное, что, наверное,
Ну вот. Отлично. Отлично, отлично, просто отлично. Симпатично получилось. Так, и вот здесь вот дальше вот эта вот, как бы, часть, она, во-первых, может вот это вот перекручиваться, и мы скидывать сюда бомбы можем. И плюс вот вся вот эта часть, вся эта панель, так скажем, да, или что это, она может немножко назад отъехать, чтобы нам не мешаться. То есть мы вот так вот, давайте... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Немножечко вот так вот, к примеру. Оп, бомбочку скинули обратно, убираем. И пошла! Ну вот жалко, единственное, что, на мой взгляд... здесь можно, к примеру, вот так вот оттянуть, к примеру, можно, да? Я смотрю, еще есть кнопочки, притом это все у нас вроде бы вот... Вот так вот натяжку. Вот, по-моему, больше, нет? Не получилось вроде больше. Давайте попробуем вот эту пружинку более посильнее натянуть, потому что сейчас вот так вот отведем заднюю часть. Так, вот где-нибудь так вот. И давайте. Вот не хочет прям прожиматься-то. Ух. Как-то вот, честно говоря, ну, не хватает, что ли, мощности. Тут на максимум стоит. А может быть, давайте еще добавим, потому что это не слишком далеко бьет. И при всей масштабности этой катапульты она недалеко бьет, и это немножко раздражает. Давайте еще добавим. Почему бы нет? Вот. Ну вот, вот, сразу дальше, прям факт, что дальше. Отлично, давайте раздолбаем, к чертовой матери, этот замок. Мне нравится, что здесь интересный, точнее, не то, что интересный, ну, хороший поворот, вот разворот этого, этой катапульты, мне это нравится. Огонь! И главное, я в точь-точь туда же выстрелил. Нормально. Так, давайте перезарядочка. Отъезжает назад. Переворачиваем. Так. Скидываем патрон. Перезарядочка. Оп. Пошла. И только вот взорвалось все. Бах. Все. Все поломалось. Ну, в принципе, понятно, как это работает. И очень довольно-таки интересно сделано. Единственное, что, конечно, вот со стрелой, мне кажется, он немножко, ну... Игра немножко мог получше поработать, потому что она не сильно бьет, она болтается, и вот эта часть тоже немножко так как-то несерьезно сделана, мне кажется. Но идея хороша, интересная идея, при этом при всем можно здесь поставить парочку таких вот штук, и, то есть, их влево-вправо еще передвигать можно, так настроить, то есть, допустим, три перезаряжания по три патрона, тоже интересно получится. И последнее на сегодня от Дмитрия Мальцева. Очень интересная и забавная конструкция под названием «Парашютист». И мы скидываем нашего парашютиста с большой высоты. Он раскладывает парашюты и, пожалуйста, парит. При этом при всем мы можем еще и болтать ногами, там поворачивать там. При этом при всем, я так понимаю, он немножечко управляет. То есть такой типа планирует. А вот по поводу поворота, я вот не знаю, он, наверное, все-таки... Можно, кстати, даже поворот на нем сделать вполне. Довольно-таки симпатично сделано. Реально парашютист прям вот приземляется. Черт возьми. Очень интересная постройка. По крайней мере, здесь реально очень интересная идея этой постройки. Потому что, ну, я такого не видел парашютиста. Прикольно. Даже можно, в принципе, попробовать им поуправлять. Если добавить ему какие-нибудь двигатели или что-нибудь в этом роде. Очень интересно получится. А ради прикола давайте мы поставим ему, к примеру, ну вот, куда-нибудь, я даже не знаю, куда его. Там прицепится. А, вот нормально. Ну, я понимаю, что это... Совсем не нужно ему, потому что он
и так нормально летит, но я не знаю, зачем это. Такой прошутист с этими, как его. А, кстати, я могу, наверное, так поворачивать. Нет? Если вот так вот. Смотрите, да, могу немножко так крен-то ему давать. Полеты, по крайней мере. Есть же парашютисты, когда они планируют некоторые, да? Они с разным дымом планируют. Очень интересно. Присылайте свои постройки, подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Ставьте лайки этому видео. Каждую построечку, если она реально интересна и там нет какой-нибудь банальщины или какой-нибудь ерунды, я каждую посмотрю. Но я в большинстве случаев смотрю постройки, интересные мне. Какие-нибудь самые такие обычные или механизмы или еще что-нибудь я в принципе не смотрю. Так что скидывайте свои постройки, если они реально интересны и нравятся вам в первую очередь. Я с ними поделюсь, да и просто люди смогут их скачать всегда. С вами был Мильгорн, всем всего хорошего, пока!